Несколько тысяч мусульман, проживающих в городском округе Химки, воздали хвалу Всевышнему Творцу утренним молебном. Последователи пророка Мухаммеда отметили один из важнейших праздников ислама – Курбан-Байрам. Верующих поздравили заместитель главы округа Игорь Панчук, муниципальный депутат Артур Каримов и Руслан Шаипов. Этот праздник вдохновляет нас на благие дела, пробуждает порывы и стремления к духовному. Мы просим Всевышнего, чтобы он озарил нас своим светом и теплом, чтобы услышал наши молитвы и принял наш курбан, нашу жертву. Курбан-Байрам начинается через 70 дней после окончания месяца Рамадан. Празднику предшествует хадж – паломничество в священный для мусульман город Мекку. Депутат Совета депутатов Артур Каримов отметил, организация молебна в Химках прошла на хорошем уровне, потому что администрация округа ежегодно уделяет этому событию большое внимание. Хочу поздравить всех мусульман с этим главным праздником и пожелать им всем чистого помысла, уюта, добра в доме, а также всем мусульманам добра, здоровья и их близким также благодати. В Химках утренний молебен в честь праздника Курбан-Байрам стал традиционным. Руководство города во главе с Дмитрием Волошиным уверено, крепкие межконфессиональные связи – прочная основа нашей многонациональной страны.